Привет, мы сегодня слушаем «Нейтрогейн» от Крискастом. Приехала из моего родного любимого города Ростова-на-Дону, а производитель, я думаю, не нуждается в представлении. Ежели кто-то в танке, то расскажу, что Крискастом – это мелкосерийное производство гитарного оборудования на самых качественных комплектующих. В основном у них в ассортименте овердрайвы, фузы и ламповые усилители, но сегодня у нас совсем другая история. На сайте производитель пишет, что эта педаль должна эмулировать третий канал лампового усилителя Diesel VH4. Так ли это? Друзья, я не знаю. Нет, серьезно, вы видели этот усилитель? Это же чертова микшерная консоль. И стоит около 4000 долларов. Добавьте к этому гитарный кабинет и получите, да, отличный стек за 300 или 400 тысяч рублей. Нет, я его не слышал. И с вашего позволения буду рассматривать эту педаль в неком сферическом вакууме. То есть не отталкиваясь от дизеля VH4. Итак, что мы имеем? Изумительно красивый корпус и оформление. Причем светлые тона вводят в заблуждение, ибо ничего легкого и светлого вы от педали не услышите. По звуку это грубый дисторшн на грани фуза с очень крупным зерном. Причем если у фуза низ обычно расклябаны, то тут очень собранные и мощные. Хоть педаль сделана на основе предусилителя, но это примочка, и подключать ее нужно в чистый канал. И я ее подключил в первый канал своего SLD Тарандер. С предусилителя сигнал идет в плеер импульса FMT Пангая и в линию звуковой карты сразу на запись.
Для соляков, само собой, тут море гейна, так что любители всяких свипов и тэппингов не будут разочарованы. Структура звука при таком гейне очень фактурная. Доставляет странное удовольствие просто вот так вот брать аккорды и слушать эти многослойные осцилляции. В нитрогене установлен пассивный трехполосный эквалайзер. Резонанс тоже не вызывает вопросов и регулирует количество яркости. А вот ручка Deep позволяет добавить утробного низа примерно на частоте 100 Гц. Если прикрутить ручку низких частот и добавить Deep, то мы как бы вырезаем нижнюю середину и при этом можем докинуть столько низа, сколько потребуется. Это очень хорошо прочищает общую частотку при игре быстрых партий. Так что по сути у нас есть 5 полос эквалайзера.
Мое мнение таково, что педаль уникальная и подойдет далеко не всем. Это не тот прибор, который можно назвать универсальным и ширпотребным. Нет, нитрогейн это достаточно эксклюзивная педаль, делается небольшой серией. На ней отлично играется Doom, Stoner, Sludge и прочая тяжелая южатина, где нужен по-настоящему утробный, низкий, рычащий звук. Ну а на этом у меня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А с вами был Кирилл. До новых встреч!